Детский день рождения против взрослого. Подготовка к празднику. Ребенок. Так, кого пригласить? Только самых близких друзей. Мам, ну тут человек 50 получилось. Взрослый. Так, кого пригласить? Это готовить придется полдня. Потом придут, все съедят и гору посуды оставят. Не-не-не, человек 5 и хватит. Ребенок. Нужно все украсить. Больше шариков, больше. Взрослый. Может, уборку сделать? Окна помыть, мебель переставить, обои переклеить. Алло, притормози! Ну да, и так сойдет. Но вот кота я все-таки помою. Мяу! Ребенок. Нужно пораньше лечь спать, чтобы побыстрее наступило завтра. Взрослый. Что я могла забыть? Что? Так, телефон зарядила, чтобы все могли дозвониться. За интернет заплатила. Что я забыла? Да спи уже! Да как тут уснешь-то? Утро в день рождения. Ребенок. Ура! Я проснулась! Идите все уже меня поздравлять! Только 5 утра! Ты чего так рано? Взрослый. Да кто это в такую рань решил меня поздравить? А, будильник. Мог бы и хэппи бёздэй пропеть в такой день. Подарки. Ребенок. Поздравляю, это тебе. С днем рождения, поздравляем. Это тебе все подарки. Сколько подарков, класс. Побежали открывать. Взрослый. Поздравляем. Купи себе что-нибудь. Это тебе. На исполнение желаний. Спасибо, спасибо. Дзынь. О, кума поздравила. Комплименты и поздравления. Ребенок. Ты такая уже большая. Да, мама говорит, я хорошо кушаю, поэтому быстро расту. Взрослый. Ты такая уже большая. Ты чё, хочешь сказать, что я толстая? Я много ем? Ребенок. Вот и стала ты старше на год. Да, я уже прям такая взрослая-взрослая. Взрослый. Вот и стала ты старше на год. Да уж, и старость не за горами. Пенсия. Сплетни с бабками у подъезда. Эх, за меня! И, наконец-то, торт. Ребенок. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Что же загадать? Загадала. Сбудется? Взрослый. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Это чё, мой торт? А чё так много свечек? Не-не-не, это не моё. Мне их подкинули. Финал вечера. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. Слава богу, день рождения. Там вообще-то, к сожалению, поется. Слава богу, к сожалению. Только раз в году.